Яркая, просторная и теперь как новая. Так сегодня выглядит детская поликлиника в Саках. Естественно, эти стены будут наполнены и детскими рисунками, различными игрушками. Здесь должна быть комфортная зона и специальный с бюджета Республики Крым. Для каждой поликлиники будут выделены средства для того, чтобы была приобретена хорошая качественная мебель для ожидания мамы с ребенком или даже это будет взрослая поликлиника. Комфортная зона должна быть обязательно на каждом этаже. Реставрацию начали в сентябре. За такой короткий срок подрядчику удалось не только восстановить большую часть здания, обновить систему отопления, фасад и окна, но и сделать перепланировку внутри помещения для дополнительных кабинетов. Теперь их 30. В следующем году у нас должно быть 23 поликлиники, это наша контрольная точка, которую мы должны привести к статусу бережливой поликлиники. В день поликлиника сможет принять 300 посетителей. Здесь будут работать почти 20 специалистов. Практически все услуги, начиная от прививочного кабинета, вакцинации, иммунизации, до консультации фтизиатров, пульмонологов, психиатров, хирурги, урологи, лор. Также в лечебном учреждении планируют внедрить программу «Бережливые технологии». Теперь всю необходимую консультацию родители смогут получить в одном кабинете. Экономит время мамы, это экономит время всех врачей, потому что узкие специалисты, которым мама записана, они все будут находиться рядом, и ребенку не надо будет ожидать неделю, месяц, полгода для того, чтобы пройти узких специалистов. На капитальный ремонт из бюджета республики выделили более 20 миллионов рублей. Поликлиника начнет свою работу в январе 2020 года. Севелия Миметова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет».